Всем привет! Сегодня я расскажу о нежном, воздушном и в то же время крепком напитке, который придется по душе и мужчинам, и женщинам. Тема выпуска – коктейль Clavr Club. Этот напиток имеет вековую историю, так как он появился аж в далеком 1911 году. И впервые он был придуман и изготовлен в филадельфийском мужском клубе под названием Clavr Club. Отсюда он и получил одноименное название. Данный напиток был весьма популярным во времена сухого закона. Тогда алкоголь продавался только подпольно, а джин маскировали под воду. И поэтому коктейли на основе джина также набирали популярность. А после отмены сухого закона популярность Clavr Club начала угасать. Но тем не менее, этот коктейль до сих пор готовится во многих респектабельных барах всего мира. И еще этот коктейль входит в список лучших коктейлей в Международной барменской ассоциации. Ну вот и самое время приготовить этот нежный и воздушный коктейль под названием Clavr Club. Для него я предварительно охлаждаю бокал, а теперь я буду использовать шейкер. В шейкер необходимо добавить 40 мл джина. Затем необходимо добавить 15 мл малинового сиропа. Малиновый сироп можно использовать бутылированный, и можно приготовить малиновый сироп самому. Это делается довольно-таки просто. 15 мл лимонного сока. Как готовить малиновый сироп, расскажу в конце выпуска. И важный ингредиент коктейля – белок обычного куриного яйца. Именно белок. Не нужно выливать именно прям весь белок, который есть в яйце, потому что по рецепту необходимо добавить примерно 15 мл. Теперь в шейкер необходимо добавить лед. И сделать очень-очень хороший шейк, потому что здесь есть яичный белок, и он должен взбиться. Похоже на мороженое. Крашу не больше немного, от него я избавляюсь. И уже в охлажденный бокал с помощью тренера переливаю получившийся коктейль. Вот так вот он красиво выглядит, как жидкое мороженое. Теперь коктейль можно украсить либо ягодкой малины, либо клубники или вишенки, все, что вам придется по вкусу. Я буду использовать ягодку клубники. Ну вот и готов коктейль Clavr Club. И, конечно же, благодаря безграничной фантазии барменов всего мира существуют вариации этого коктейля. Первая, о которой я вам расскажу, называется «Розовая дама». Коктейль готовится также с джином, но там используется гренадин, лимонный сок и кубики льда, и обязательно яичный белок. И также делается сильный шейк, и коктейль переливается в соответствующий бокал. Ну а любители покрепче также не остались без вариации коктейля Clavr Club. Для них существует коктейль под названием «Крепкий Club». В его состав входит виски, джин, лимонный сок, малиновый сироп и яичный белок. Готовится он таким же методом, таким же сильным шейком, как и предыдущие коктейли. И как я обещала, расскажу вам, как готовить малиновый сироп. Для этого вам потребуется стакан свежевыжатого малинового сока, 3-4 столовые ложки сахара, все это залить водой и кипятить в течение 30 минут на медленном огне, так сказать, не кипятить, а томить. Сироп приобретает однородную массу и становится довольно-таки густым, и он очень-очень вкусно пахнет малиной. Так что, если не хотите идти в магазин покупать, приготовьте его дома. На этом наш выпуск подошел к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, находите нас в социальных сетях. Контакт, Twitter, Instagram и Facebook. До новых встреч, пока!